Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Иоанна Святое Благовествование. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду его». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает,
что говорит истину, дабы вы поверили». Святый Бог, Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенней, и от века и до века ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положил Иси беззаконие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие их труды болезнь. Яко прииди кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти. Десницу Твою так ускажи ими, и окованное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призвена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить и тело всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь и поперешь льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Огради мя, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани мя от всякого зла, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим дару, яжека спасение, прошение и жизнь вечную, в немощах сущей посети, исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, служащим, милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным, молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости,
помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же пресечают свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу во Святей Троице, единому славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея винно себе, Тебе, Богу моему, представляю и имею волю каятися, точию, Господи Божий мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне и разреши от всех сил, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыка благослови. Молитвами святых Отец наш, и Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный даруй мне. Аминь.